когда управляющая компания должна выполнять промывку системы отопления? Все мы знаем, что в каждом многоквартирном доме есть внутриинженерные сети, в том числе и отопление. Так как существует период, когда проходит отопительный сезон, мэр нашего города издает приказ, когда начинается отопительный сезон. И затем второй приказ, когда он оканчивается. Так вот, согласно постановлению Госстроя 170-го, номер 170 и постановление правительства Российской Федерации 290, в котором очень подробно описываются эти процедуры. Промывка системы отопления в многоквартирном доме проводится после окончания отопительного сезона. Например, отопительный сезон закончился у нас с вами 20 мая или 25 мая, и затем в течение месяца, двух и трех идет промывка и опрессовка системы отопления. По-другому мы говорим, мы промываем эту систему и готовим ее к новому отопительному сезону. Если жильцы против вступления в ТСЖ и хотят остаться в управляющей компании, могут ли их заставить вступить в ТСЖ жильцы соседних домов? Ну, во-первых, ТСЖ, согласно жилищного кодекса, это один многоквартирный дом, либо два и более, если у них есть общий участок земельный, либо проходят общие сети, на которых эти дома расположены. Предположим, один дом образовал ТСЖ. И вас принуждают вступить в это ТСЖ. Вас никто не может принудить, вы имеете право отказаться. То есть у вас право голоса, как у собственника данного помещения. Но если пройдет общее собрание всех собственников вашего дома, и они большинством голосов, более 50%, принимают решение вступить в ТСЖ, тогда вы обязаны подчиниться общему решению вашего собрания собственников помещений.